очень многие люди, которые приходят в зал, они стесняются, начинают заниматься, убирают животы, убирают там по 20, по 30 килограмм. Как бы накачивают мышцы, да, с помощью тренера, с помощью своих сил, да, и ты смотришь, он уже, заходя в зал, у него другое сияние. Я хочу или я стараюсь отдать частичку, изюминку какой-то тренировки, чтобы люди не тупо делали, чтобы они не занимались ерундой, а все-таки думали головой. Бывает, даже людям подсказываешь, вот смотришь, что ты неправильно делаешь. Объяснишь, подскажешь, смотришь, он на следующий раз приходит и говорит: знаете, вот вы мне показали, я сразу в два раза вес стал делать меньше, но у меня мышцы начали болеть больше. Перестал на это смотреть с 18 лет, когда обратил внимание, что меня все показывают пальцами, ну, когда ты выделяешься из толпы, поэтому я сейчас стараюсь не выделяться, я одеваю кофты какие-то, одеваю рубашки. Очень много случаев, когда приходят, ну, и когда все знакомые, друзья своим рассказывают, у меня есть спортсмены, когда они меня видят в куртке, говорят: он толстый же, смотрите, он толстяк. Но когда снимаю куртку и как бы прохожу дальше куда-то, они так все удивленно смотрят, говорят: да, извините. И сначала мы думали, что ты просто толстый.